Здравствуйте, уважаемые слушатели данного курса. Я Баетов Кайрден Хаирбекович, являюсь преподавателем кафедры математики в Казанском женском педагогическом университете. Курс «Математика на английском языке для среднего образования» является фундаментом дальнейшего образования специалиста в области математики на английском языке. Этот курс предназначен в основном для будущих учителей по математике в школах и колледжах. Основная цель курса – познакомить студентов с математическими терминами и выражениями, принятых в англоязычной научно-технической литературе. Цель преподавания данного курса состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основами математического аппарата на английском языке, необходимого для решения как теоретических, так и практических задач, привить студентам умение и привычку к самостоятельному изучению учебной литературы на английском языке по математике, развить логическое мышление и повысить общий уровень математической культуры, выработать навыки математического исследования прикладных задач и умение сформулировать задачи по специальности на английском языке. Курс состоит из некоторых разделов. Каждый раздел включает в себя активную лексику, таблицу с основными понятиями и выражениями по разделам математики и практическими упражнениями на развитие умений и навыков чтения, а также перевода текстов по специальности математика. Спасибо за внимание.